Здравствуйте, уважаемые друзья. В одном из фильмов мы с вами изготавливали вот такого бокоплава из подручных материалов. По просьбе моих подписчиков и друзей я хочу показать вам еще один вариант, который несколько сложнее, но ничем не хуже этого варианта, который мы с вами рассматривали. Давайте приступим. Я подготовил уже крючок, огрузил его свинцом, закрепил хвостик, закрепил пленочку и закрепил вот такой кусочек обыкновенного люрекса, который можно приобрести, вот такой люрекс. Приобрести в галантерейном магазине. Поэтому сейчас мы будем изготавливать несколько по-другому, но используя тот же самый метод. Берем опять точно такое же перышко, как использовали при изготовлении нашего бокоплава. Но для начала мы должны вот до этого места, где у меня остановлена нить, приблизительно пару миллиметров от середины загиба, это мы должны с вами промотать даббингом, и только потом мы с вами закрепим перышко. Давайте приступим. Как обычно, промажем нашим клеем нить и совсем немножечко, как в прошлый раз, так чтобы только нить закрывала наше тело, нанесем даббинг. Цвет можете выбрать для себя любой, но, как я уже говорил, желательно те цвета, которые у нас существуют в природе. Дошли до этого места, как я говорил. Убираем немножечко даббинг в сторону. Берем наше перышко, переворачиваем крючок в удобное для нас положение. И наше перышко мы крепим с вами теперь снизу. Крепить необходимо так, чтобы оно у нас потом, когда мы с вами развернем бородки, плавненько и хорошо ложилось снизу уже на цевьё. И теперь дальше, как обычно, выполняем обмотку нашего тела даббингом. Мы выполнили обмотку даббингом нашего тела, не дошли пару миллиметров до колечка, и теперь выполняем следующую операцию. Берем, удерживаем наше перо, и теперь берем наш люрекс. Вначале выполним пару оборотов на теле, доходим до нашего пера и, удерживая его в таком положении, начинаем приматывать к нашему телу. Следим, чтобы бородочки у нас не подминались. Используем наш любимый инструмент. Вот у нас должна с вами выйти вот такая симпатичная конструкция из наших перьев. И теперь, не доходя буквально пару миллиметров, как обычно, я для того, чтобы мой люрекс не убежал, закреплю его, подвешу или как вам будет удобно, зажимом, перодержателем. Закрепим теперь нить, которой мы будем изготавливать тело. Закрепим наш
Люрикс. И остаточки все теперь мы отрежем. Следим за тем, чтобы у нас возле нашего колечка не образовывалось излишки материала. Если они нам мешают, можно вот так взять, слегка намочить перо и увести от колечка. Проматываем теперь хорошо возле колечка, убираем наши все бородочки перьев. И установим крючок в удобное для нас положение. Для удобства и чтобы легче было мне выполнить дальнейшее, я взял, слегка увлажнил наши перышки. Теперь мы аккуратненько берем нашу пленку и теперь сверху стараемся так, чтобы она равномерно облегала спинку, никуда не уходила. Так же, как и в варианте, как я показываю крепление, сперва мы с вами первым оборотом подкрепили, потом парочку оборотов более крепко закрепили нашу пленку. Добавим теперь буквально капельку клея на место крепления. Перевернем нашу пленку и уже окончательно здесь хорошо мы ее примотаем. Буквально в одной точке. И остатки аккуратненько удаляем. Берем, ставим крючок, сделаем, вернее, чтобы наша ниточка никуда не убежала, сделаем пару узелков, ставим крючок в удобное для нас положение, проверим еще раз нашу пленочку, чтобы она ровненько у нас была на теле. Берем, если есть в этом необходимость, наш любимый инструмент. И начинаем, как я уже вам рассказывал, стараемся как можно сильнее леской просегментировать наше тело. Так как в природе очень частая сегментация, вот такая, более густая у бокоплава. И аккуратненько движемся теперь, сегментируя колечко. Мы с вами просегментировали тело, закрепили леску и нанесли капельку клея. Теперь нам остается только лишь вот взять у меня также из остатков перьев и изготовить передние усы. Вымеряем их длину, буквально щепоточки перьев, вот так нам будет достаточно, и закрепим. Теперь промотаем еще немножко возле колечка, так как мы к нему уже возвращаться не будем. Еще по возможности хорошо промотаем место крепления и теперь вымеряем длину, притяжной петлей подхватим наши усы. Посмотрим длину, какая нас устраивает, вполне устраивает. И теперь аккуратненько, чтобы не придавить наши усы колечку, их закрепим. Остатки удаляем. И теперь изготовим головку и вскроем лаком. Нанесли капельку лака на головку. И вот такой
один из вариантов изготовления бокоплава у нас готов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!